Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников. Дэн Томпсон родился в 1972 году в Александрии, штат Вирджиния. Окончил школу искусств Каркарана в Вашингтоне, округ Колумбия. Я пользуюсь данными, которые нашел в интернете. Данных не очень много, но вот все то, что есть, я вам и зачитываю. Получил степень магистра в высшей школе фигуративного искусства Нью-Йоркской академии искусств и дополнил свое обучение несколькими дополнительными годами частного обучения и ученичества в студиях по восточной побережье Соединенных Штатов. Был удостоен двух грантов от фонда Элизабет Гриншелдс и дважды получал мемориальную премию Этель Лорен Бернштейн за выдающиеся достижения в живописи от колледжа искусств и дизайн Каркарана. В 2001 году Томпсон стал лучшим на выставке международного конкурса портретов Американского общества художников-портретистов в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке. Является преподавателем Нью-Йоркской академии искусств Лиги студентов-искусствоведов Нью-Йорка и студии Филадельфии, штат Пенсильвания. Его работу можно найти в государственных и частных коллекциях по всей территории Соединенных Штатов, а также в Канаде, Европе и на Ближнем Востоке. Вот что он говорит. Я стремлюсь преклоняться перед человеческой фигурой с помощью образной манеры рисования. В конечном счете я стремлюсь к глубокому пониманию ее величественной структуры и надеюсь передать неосязаемое присутствие человечества с помощью чудесного искусства репрезентации. Ну вот все, что мне удалось найти о художнике Дэн Томпсон. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы.